Let me wonder what was meaning, made me cry. Simon, when you left me on my lonely, time what I did, but I want you to be the girl who old disciple thinks me. The drums, on the drums, yeah. Squirka, squirka. Mr. Ignat Kravtsov.
On a baby, we'll be right back.
Спасибо, дорогие друзья. Тот, кто стесняется, можете проходить ближе, садиться в партер, ничего страшного, у нас здесь есть свободные места, как я вижу. Вот. Спасибо вам всем, что сегодня пришли в этот вечер к нам на нашу презентацию EP долгожданную. Вот. Друзья, весна ведь наступила, согласны со мной? Поэтому сегодня, да, сегодня будем петь о любви, о весне, о чем-то очень-очень светлом, потому что надеемся, что наконец-то таки все непонятки с погодой решены, и каждый день будет солнце, и начнутся прогулки по красивому нашему городу. Следующая песня, она, собственно, тоже о любви. Правда, о любви, которая, видимо, где-то совсем-совсем внутри живет, а вокруг нее какая-то суета. Back to the Black. Она будет у нас на альбоме. My countdown's starting now, but I'm not ready yet. You're with me and you're not. We always change the outside, and you come back to me, and I come back to you. I'm rising from my knees. I came down to release. 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 No, no. I came down to release. I came down to release. I came down to release. I know that you're my past, but you're my raising tribe. I can't give you the best, but I am your way back, and you come back to me, and I come back to you. I'm falling to the crowd. I come into the black. I come back to you. You come back.
Спасибо. А ребята мои сегодня в ударе, да? Ребят, вы можете не стесняться в эмоциях. Мы очень любим, когда кричат из зала, поднимают руки. Но только не так, мол, типа, оса не будет, вот, не так. Вот. Поэтому давайте мы будем живее. Спасибо вам большое. Следующая песня была написана в качестве шутки, потому что она про девушку, которая качает свои права перед мужчиной. Вот. И честно, в качестве шутки, именно для того, чтобы подчеркнуть эту иронию, довести ее до сарказма, мы сделали такие утрирования в музыке, собственно, вот построены на диссонансах и прочем. Вот. Но эта шутка — это нереальная история. Crazy Mama. Да, классно, здорово, вот когда у вас есть одна ладошка, вторая ладошка, и они соприкасаются, нам так приятно, честное слово. Да, спасибо большое. А следующая песня, новая песня, вот, решили мы сегодня, что будем петь очень много новых песен. Настроение у нас такое, вы ведь не против? Отлично. Значит, она тоже написана в качестве шутки. Очень весенняя, теплая, классная песня, которая называется
Mary. Я же ничего не путаю? Нет? Отлично. Спасибо большое. А как вам английская полифония, а, в конце-то? Это все наш Антошенко залетает. Антошенко, прекрасно, спасибо тебе. Это под костюм. Я понимаю, да. А следующая, вот наша любимая, да? Угу. А вот следующая песня тоже новая песня. Написала я ее и назвала «To My Father». История такая. Надя Гамага, с которой мы вместе пишем тексты, сказала, да, Надя, спасибо большое, сказала мне: «Алён, я так хочу написать песню про своего папу, мне кажется, я созрела».
Я подумала, какая хорошая идея. И сочинила песню, слова которой не подошли абсолютно, вот найденные слова не подошли к этой песне. Вот. И мы, значит, с ней засели и решили писать стихи для этой песни. Но никак у нас не выходило, ничего у нас не получалось. Решили, что сосать из пальца мы не будем. Вот. Решили оставить это дело. И я пришла домой, и они сами, вот сами пришли и сами легли. И вот мне кажется, что она вся эта песня получилась как будто бы не мною написана. Будто написана моей рукой, но не мной. И я хочу сказать спасибо за то, что она пришла, потому что когда я ее изменила, получилось так, что, в принципе, можно посвятить ее и маме тоже. И я бы хотела, чтобы вы все сейчас вспомнили о своих родителях, о своих самых близких друзьях, самых близких родственников, и вспомнили самые-самые теплые моменты, которые вас с ними связывают, потому что это именно об этом. И в припеве я пою «Я буду нести ваш свет, который вы мне подарили». И мне кажется, что это больше всего раскрывает эту песню. Мама и папа, спасибо вам большое за то, что вы у меня есть. Thank you.
just carry on my like you are. You learn with me, book of life, that's my dark song. And all my love to you, to you. Спасибо большое. А следующую песню написал Дима наш, Дима Илугдин. Дело было так. Писали, значит, звоню я Диме и говорю: Дима, Дима, мне необходимо сочинить песню на русском языке. Было дело несколько лет назад. А Дима говорит: хорошо, я приеду в Козлов, мы сейчас все попробуем. Дима приезжает в Козлов через час. И говорит: я сочинил песню. Я смотрю на него вот с такими глазами. Интересно, почему это он этого раньше не делал? Непонятно. Вот. Дима написал музыку. Мы пытались придумать туда какие-то слова про трамвай, прохожих. Но все получалось как-то... А, про троллейбус, точно, точно. Вот. И все получалось как-то очень странно, вот честно, вот зачем, непонятно. И, в общем, она лежала у нас на полке и лежала себе. Но тут же весна, друзья, весна пришла, понимаете? Поэтому петь о любви нужно. А вот. И, собственно, вернулась я к этой песне, вспомнила про нее, чуть-чуть переделала, написала туда Надя Гамага наши слова. И вот сейчас она прозвучит впервые, надеюсь, вам понравится. Называется она Grooving. Yep. Popping, popping, I talk about jazzy, jazzy.
Grooving is my life. Grooving, that's my style. Grooving, that's my high vibe. Grooving, that's my love. Grooving, that's my life. Grooving, that's my style. Grooving, that's my high vibe. Life is good. Not gonna groove it all along the way. All along the way, baby. Need no proof. It's written across my universe, I say. Life is good. Not gonna groove it all along the way. All along the way, baby. Need no proof. It's written across my universe. Спасибо. Ой, ну вот мы повеселились. Пора вспомнить о чем-то серьезном, считаю я. Следующая песня была написана на стихи Гумилева. Называется она «6-4». Называется она 6-4 не потому, что Гумилев написал 6-4, а потому что изначально у меня была только музыка, и она называлась 6-4. Вот. Мне показалось, что в ней очень много скрытой тревоги. Она просто лиричная, светлая, но что... Что-то внутри нее происходит. И я встретилась со словами, со стихами «Девушка пела в церковном хоре». И поняла, что как минимум первые три строфы можно применить и сделать из этого песню. Почему именно первые три строфы? Потому что Гумилев, если вы помните, противопоставлял в двух частях стихотворения надежду на то, что вот-вот-вот, и все будет хорошо, и потом рушил все и вспоминал про боль и ужас войны. 1905 год, кровавое воскресенье, эти стихи, это было как все, что он пережил за это время. Это было очень серьезное для него стихотворение. Здесь не будет столько трагизма, конечно же, но это очень непростая песня, и она будет на альбоме. Спасибо. Girl sing a song in the Templar's Square about men, about tires and aliens of land, and all who forgot their joy, who forgot their joy to the end.
Спасибо. Ой, позвольте, пожалуйста, мы еще раз поаплодируем моим прекрасным музыкантам. Дмитрий Лугдин, Борис Ахметов, Кирилл Афонин, Игнат Кравцов, Антон Зелетаев, Салман Абуев. С вашего позволения мы продолжим. Следующая песня тоже несет в себе любовь, конечно же. Хоть и написана она с весьма подковыристым подтекстом, чуть-чуть в политическую сторону. Вот. Но ведь она написана через призму любви, поэтому я ее спокойно могу спеть в этой программе и в этом концерте, считаю. «Пью» называется она. We'll be right back.
Следующая песня тоже будет на EP. Ну, то есть она уже есть на EP. Называется она Down Low. И она... Я все время не могу найти и подобрать слова же, о чем же она повествует. Я подготовилась. Я решила, что я просто буду рассказывать слова песни. Зачем пытаться резюмировать все, что я в нее вложила? Все наши маски сняты. И вот мы один на один с собой. И я уверена, что мы можем вернуться к той чистоте, с которой мы только появились на свет. И какая бы вода не мыла кожу, только молитва очистит душу. Эта песня об этом. Вот. Faces way way down low, all emotion in motion slow. Are you sure that we cannot return to the purity scenes we've born? I am sure that the heart that we have can feel love itself. That the ways that I have, I can throw through the up high shelves.
myself to thee, deep and low. All emotion in motion slows through the deep silence. We better feel what a cleansing now pray wash pure. I'm sure that the heart that we have can for love accept all these hearts. I'm sure that the voice that I have, I can draw through the up high shadows. Спасибо. Ой, друзья, следующая песня написана для весны, написана для любви, написана для радости, для счастья, написана для масленицы и для того, чтобы мы все вместе пели. Так что в середине песни я обращусь к вам и надеюсь, вы меня поддержите. Хорошо? Ура! Thank you.
вашу очередь. Поэтому сейчас нужно будет сделать следующее. Те, кто сидит, встаем. Встаем, не стесняемся. Отлично, да, прекрасно. Кому не видно, просто поднимайте ручки выше. Вот так вот. Clap, 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 two. Clap, clap. Вот так, отлично. Учим три простых движения. Я сейчас буду показывать, вы пока хлопайте. Отлично. Да. Итак, идем вправо. Раз, два, три. Стоп. Оп. Раз. Влево. Два, три. Стоп. Еще раз вправо. Раз, два, три. Стоп. Отлично. Влево. Да вы не идете влево. Да что ж такое-то? Вправо. Оп. Вправо. 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 Класс. Оп. Влево. Отлично. Прекрасно. Влево, 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 вправо, вправо, влево, влево. А, оп! Эй! Окей, друзья, будем петь, хорошо? Все готовы? Фразочку я, фразочку вы, хорошо? Отлично. Но хлопать никто не, это, не останавливается, вот что. Итак. Надо же что-то придумать сейчас. Оп, 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 это я думаю, 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 вот так поем. I love you, I need you. 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 Спасибо большое, друзья, вы прекрасны, честное слово. Это так здорово, когда вы участвуете в процессе. В следующий раз надо будет вас на сцену выводить.
Следующая песня называется «If I Could». Когда, как не весной, мечтать, друзья? Я говорю там о пространственных, конечно, вещах, о том, что если бы я была свободна, как звук, я бы облетела всю планету и посмотрела в каждую точку нашей прекрасной Земли. Вот. Но а почему бы и нет? Ведь такие мысли тоже позволительны, особенно весной. Угу. If I could change the world just for a while, I would let people in, but make you know, cry, cry, cry. Only if I could be as free as a sun, to the earth and run, which is one. If I could change the world just for a while, I would let you cry, would make you know, cry. If I could build a town with just one clay, make to the people and making no choice. Love is life and life is free. Take a ride that left would be day and night, and night is free. Take a ride. That left would be day and night is free. Take a ride.
Спасибо. Как-то музыканты, ребята, на меня смотрят, такие, мол, типа, ну так у нас-то все. Друзья, ну, мы готовы продолжить, если вы готовы послушать, да? Можно ведь сыграть на бис кое-что. Танцевальную, веселенькую, прекрасную. Me send us in any don't wear no panties out of sending with the set of any don't wear no panties say, on the front pews bigger digger Johnson and my good one I come on. From Pews, Bigger Digger Johnson and my girlfriend, yeah, come on, Annie, don't wear no panties, say you with the Santa Annie, don't wear no panties, I wanna say you with the Santa Annie, don't wear no panties, in the fella corner, I think you need a video tape recorder, come on, the Annie. Окей, Антоша, давай. The hippie to the hippie to the hip hip hop, and you don't stop a rocket to the bang bang boogie, sit up, jam the boogie to the rhythm of the boogie to be. Say the hip hop, a hippie to the hippie to the hip hip hop, and you don't stop a rocket to the bang bang boogie, sit up, jam the boogie to the rhythm of the boogie to be. Say now, what we hear is not a chance. I'm rocking out to the beat, cause me and you and my friend, we gotta try to move your feet. Say, I'm Ali, and I try to say hello to the way, to the white, to the red, and the bright, to purple and yellow. But first, I gotta keep hopping. You don't stop a rocking to the bam bam boogie, to it jam the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Say up, say up.
say the up, one, two, my guy. So, Дмитрий Лугдин, ну-ка, покажи-ка, чего ты там умеешь. Up. Make some noise! Kirill, up.
Спасибо. Друзья, позвольте мне сказать вам огромное спасибо за то, что сегодня вы пришли именно к нам на вечер отпраздновать Масленицу и все другие весенние праздники. А для тех, кто выдержал до конца, потому что я знаю, что вы пришли из-за блинов. Там, да, там, в общем, мы наготовили, действительно. Тот, кто хочет, может спокойно подойти к бару, потребовать свой законный блин с сгущенкой и с медом даже. Вот. Но это все лирика. Самое главное — это то, что я действительно хочу вам сказать спасибо за то, что вы ходите, за то, что вы слушаете, за то, что вы ждете, за то, что вы выслушиваете. Для меня это очень важно, именно поэтому я и пишу, и это меня очень сильно вдохновляет. Я хочу сказать спасибо моим друзьям, замечательным музыкантам, которые стоят со мной на сцене, вернее, за то, что у меня есть возможность стоять с такими музыкантами на сцене. Спасибо вам, ребята, честно, большое.
Я желаю вам быть спокойными, не вестись на провокации, ждать от нас новой музыки, улыбаться друг другу, помнить, что все равно, что бы ни случалось, все будет, слава Богу. Прошу у вас заранее прощения у всех, потому что завтра прощенное воскресенье. Большое вам спасибо. Меня зовут Алена. До новых встреч. Ребят, я снова позабыла. Хочу сказать спасибо большое нашему директору Араику. И хочу сказать большое спасибо присутствующему и очень действующему члену команды Николаю Лукьянову, который следит за звуком. Большое спасибо. Танцующему, да.